Все мы знаем, что чеснок озимый долго у нас не лежит, и к весне он начинает уже портиться и принимать вот такой вот вид, вылазить. Видите, уже как бы на зелень пускаться. Чтобы нам чеснок наш не пропал, мы сегодня будем делать чесночную пасту. Что для этого нужно? Смородина полкилограмма, 300 грамм чеснока, полстакана сахара, 20 грамм укропа семян и всевозможные приправы, какие у вас есть. Соль по вкусу. Давайте готовить. Все эти ингредиенты, чеснок и смородину, мы пропустим через блендер. Смородину можно брать любую. У меня вот замороженная, я ее разморозила. И вот будем сейчас ее перемалывать. Вот так все мы взбили блендером. Смотрите, какая масса. Ароматная, прям чесночком так пахнет. И красивая. Это приправа красивая красивая. на вид и на вкус очень вкусная. Вот, поверьте мне на слово. Она подойдет ко всем мясным, к рыбным блюдам. Очень хорошо с говядиной. Можно кушать как в сыром вот таком вот виде. В замороженном виде. Можно и проварить или протушить 30 минут. И можно закатать даже в баночки. Неплохо будет даже смотреться. Соль, смотрите, по вкусу, как кто любит. Многовато. Поэтому я разложу сейчас буквально вот такие вот формочки силиконовые. И заморожу. Разложили. Поставим сейчас в морозильную камеру. Ну, а это, что осталось, мы будем кушать с мясом. Поняла. Спасибо. Давайте я вам положу. Спасибо большое, да? А вот смотрели недостаточно. А рыбы вот совсем чуть-чуть. Совсем много. Больше роли. Сложно сыграть потом комедийную. Я права? Ильич, ну все зависит от артиста. А? Кстати, Владимир, это же театральный... Спасибо, получили стаканчики. Теперь мы их в холодильную камеру. Можно кушать вместе. Хлебушком просто так намазывать, с борщом, с супом. А можно и положить кусочек сала, бесподобное. Чесночком пахнет и очень красивый получается бутерброд.